Могилевчанка Татьяна Петрыня – бронзовый призер квалификационных спаборництв до Олимпиады. В бразильском Рио наша батутистка выступала уже у рангу владельника путевки. Лицензию она отримала ранее на чемпионате света, тому турнир у Бразилии стал черговой проверкой для спортсменки и знакомством с местом проведения головных стартов 4-годия. Узгадаем, спортсмены Могилевщины завоевали 14 лицензий до удела у Олимпийских гульнях, что пройдут у бразильским Рио-де-Жанейро у жнивня.